С удовольствием приветствую студентов, преподавателей, сотрудников лучшего в мире университета. В вашем университете я нахожусь уже во второй раз. Здесь я чувствую себя очень хорошо, просто прекрасно. Мы можем уверенно сказать, что то, что сделано за эти 15 лет, это очень здорово, это очень много, и в это вложен огромный труд тысяч людей, которые работают в университете, которые помогали университету, и всем за этот труд большое спасибо. Очень мощный университет с сильным преподавательным составом. И, конечно, студенты такие очень активные. Такой огромный университет, в который мы попали, честно скажу, я не ожидала. Я думала, что все намного скромнее. Поэтому меня это поразило. Меня это приятно поразило, и я счастлива тому, что я имею возможность общаться с такими замечательными людьми. Мою самую милую Ростов-Восуме, Тенгери Алтай-Туценена, Лориш. Энама Салани, Тенгери Алтай-Туценена, Айна. Асинкан, Батнолер Тицакахвас. Հոգևոր կլիմայից է կախված, թե մարդը ուր է գնալու և ինչ արժեքներով դիատրը։ Սիրում ենք այս համալսարանը, իր գեղեցկությունը, իր խնամվածությունը և բարձր մակարդակը ամեն ինչի մեջ իր։ Եթե համալսարան ես գնում, իհարկը ամենակարևոր գործոներից այն է, որ ուսանողները ուզում են սովորել, սիրում են սովորել, նրվիված են, և ես դա տեսնում եմ և Օքսվորդում, և այստեղ, այս համալսարանում։ Здесь очень мотивированный, компетентный, грамотный персонал. Профессорско-преподавательский состав, научно-педагогические работники, они здесь увлечены, большие специалисты в своем деле. Когда я смотрю жизнь, какая идет здесь, на стенды, на мероприятия, очень-очень приятно. Եվ 2015 թվականը մոտենում է ավարտին, այն մեր համար, համալսարանականներիս, բոլորիս համար կարծում եմ շատ լավ և շատ հաջողակ տարի էր, որովհետև տարվա ընթացքում մենք կարողացանք համալսարանի զարգացման համար բազմաթիվ խնդիրներ լուծել, զարգացման ծրագիրը հաստատվեց, գիտական ուղղությունները հաստատվեցին, նոր ֆինանսավորում կարողացանք ստանալ և կարծում եմ, որ մեր արդեն որպես գիտական կենտրոնի կայացումը ամրապնդվեց 2015 տարում, բայց ամենակարևորը կուզենայի նշել, որ համալսարանական մեր ընտանիքը հրաշալի ուսանողությամբ բարձր որակյալ դասախոսական կազմով և նաև նվիրվածության բարձր աստիճանի մեր աշխատակիցներով մենք կարողացանք այս ընտանիքը մեկ տարի էլ դեպի զարգացում տանել, կարծում եմ, որ հիմքեր ստեղծեցինք նաև հետագա զարգացման համար։ Я поздравляю наш коллектив, всех РАУшников, не только тех, которые сегодня здесь и сейчас работают или имеют отношение к РАУ, но и всех тех, кто был сопричастен к нам в течение всех наших 15, даже больше, уже 17 лет. Наших функционирования, нашей жизни, всех наших выпускников, их семьи,
У нас очень много наших раушных семей. Поздравляю всех, желаю в новом году осуществления наших желаний, реализации наших возможностей. И очень хочу, чтобы РАУ продолжал укрепляться в качестве не только точки опоры, но и точки притяжения для всех деятельных сил, для всех тех, кто готов своим интеллектом, своими знаниями, своими профессиональными способностями, для всех тех, кто готов позитивно способствовать развитию нашей страны. Это очень важно, потому что сегодня интеллект двигает страны, двигает континенты, двигает жизнь. Я думаю, что мы имеем все возможности вот в этом движении быть в авангарде, быть на передовой позиции, потому что за время нашего существования мы доказали, что являемся очень крепким игроком, крепкой институцией. И университет в качестве такой точки притяжения прогрессивных научных, педагогических, культурных сил страны, мне кажется, будет мужать и дальше, будет собирать вокруг себя позитив, и мы будем в том числе давать ориентир для других. Поэтому поздравляю всех с Новым годом, желаю благополучия в семьях и благополучия в том числе с точки зрения реализации наших возможностей. С Новым годом!